Прикиньте, в новом обновлении в подсимуляторе появится метеор ивент, из которого мы сможем бесплатно получить хьюдж питомцев. Стало интересно, досматриваю ролик до конца. Но если вы наберете на этом ролике 500 лайков за 2 часа, то я разыграю для вас хьюдж питомца, которые у вас на экране. А для участия вам нужно просто подписаться на канал, поставить лайк на это видео и написать любой комментарий с вашим ником от Роблокса. Но если вы наберете 1000 лайков за 2 часа, то я разыграю даже двух хьюдж питомцев, которые у вас на экране. Все в ваших руках, желаю удачи и приятнейшего вам просмотра. Если вы хотели купить робоксы по очень дешевой цене, то вам на сайт RBX Camp. Ведь именно здесь вы сможете оформить покупку буквально за пару кликов и ваши желанные робоксы придут на ваш аккаунт в течение указанного времени. А также RBX Camp каждый день проводит розыгрыши на халявные робоксы у себя в группе ВК и на Дискорд сервере. Перед покупкой робоксов обязательно проверьте, что вы зашли именно на сайт rbx.camp, а не на сайт мошенников. Все полезные ссылочки на RBX Camp я оставлю в закрепленном комментарии. Всем привет, ребята, с вами как за Цезарь, и добро пожаловать в Pet Simulator X в Roblox. И сегодня суббота, а это значит, что правильно, то что сегодня вечером в 21.00 по МСК выйдет новое обновление в этой игрухе. А именно Pet Simulator просто, наверное, не знаю, как покорит космос. Короче, будут у нас там кометы и метеоры падать. В общем, какой-то будет новый ивентик. Поэтому прямо сейчас, перед началом видосика, обязательно подписывайтесь на канал, если вы до сих пор еще не подписаны. Хочу уже, ну не знаю, там 150 тысяч подписчиков было бы неплохо. Также прожимайте лайкосики, пишите комментарии, ждете ли вы новое обновление. Как вы думаете, будет ли оно крутое или же нет. Я думаю, что обновка будет, в принципе, довольно прикольненько на самом деле. Также Пожимайте колокольчики, чтобы вам приходили уведомления по поводу новых роликов. И если вы наберете за час 500 лайков, точнее, нет, сколько там? За 2 часа 500 лайков разыграю 2 кьюшпэта, наберете за 2 часа 1000 лайков, разыграю двух кьюшпетов. Все в ваших руках. В общем, в этом видосе я вам покажу кучу новых сливов, в которых вышли. Не знаю, будут ли еще новые сливы, или уже не будет, потому что их и так уже вышло прям куча. Не знаю, наверное, все, что вообще должно было уже выйти в новом обновлении, уже все, 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 все слили. И я вам сейчас это все полностью полностью покажу. А, начнем с самого начала, наверное, сейчас я вот отмотаю. Вот, ну, где-то вот отсюда, короче, покажу. Ну, смотрите, захват экрана. Вот. И что у нас появилось? Ну, во-первых, тут у нас вот появились всякие тут питомцы, вот, да, тут вот, не знаю, это, мне кажется, вообще из какого-то там еще будущего обновления, это точно будет не в этой обновке. А, дальше. У нас еще, так, ну, какой-то спификат, не знаю, может это будет какая-то эксклюзивочка, без понятий. Дальше у нас появится рэп, это Recent Auction Price, по-моему. Короче, не знаю, может быть, либо последняя цена, за которую продали питом на аукционе или же, наверное, как дефолт цена. Ну, наверное, как самая частая цена, с которой люди продают питомцы на аукционе. А, дальше, новый Титаник пэт это Астра, который может будет выбить занатого яйца. Да, печально, но занатого яйца можно будет выбить. Жалко, не с бесплатным. А, Комет-яйцо у нас будут падать, прикиньте, кометы в Пэт-симуляторе. целые метеориты, из которых можно будет открыть комет яйцо, из которого можно будет выбить классных питомцев. А, дальше, golden версия. Потом, вот питомцы, смотрите, агония комета. Не знаю, мне кажется, скорее всего, будет мифик. Вряд ли Лего, мне кажется, мифик. А, дальше еще у нас, смотрите, циклоп комета. Вообще угарный питомец. А, дальше Доминус Империан Тоже офигенно выглядит. Прикольно, классно выглядит. А, дальше, хьюдж а, комета, огонь. Она, скорее всего, у нас будет как раз ну, падать в качестве хьюдж питомца из комет яйца. Также у нас еще есть хьюдж циклоп. Не знаю, будет ли он э, тоже в яйце, но, возможно, будет у нас два хуга. Дальше, Доминус инфера, но он будет из донатого яйца. Дальше, это у нас, э, не знаю, какие-то звездочки, без понятия, что это. Дальше, вот, смотрите, видите, у нас, возможно, с неба будут падать такие метеориты, которые мы можем открывать, не знаю, разбивать, короче, и там будет яйцо. То есть у нас, в общем-то, это будет в качестве ивента. То есть это будет, знаете, как, э, ну, например, там на 1 апреля, да, там, например, были там разбросаны яйца. Или нет, не на 1 апреля. Ну, в общем, например, как лаки блоки, да, они будут разбросаны, и мы их будем фармить. Также и тут, скорее всего. То есть не будет такого, то, что там будет какое-то яйцо, да, и мы можем его бесконечно открывать. Тут надо будет именно бегать, фармить эти метеориты. Дальше, Доминус Шторм, он тоже будет из донатов яйца, печально, но это так. Эк Астра, вот как раз само доната яйцо. Вот эти питомцы как-нибудь выглядят, выглядят просто офигенно. Вот эти два донатных, и вот эти Доминус Империус. Тоже классно выглядит uh, Huge Storm, uh, Huge Inferno Офигенно выглядит, вот такие вот питомцы Смотрите, вот так вот они вообще будут выглядеть да вот Получается огонь, циклоп, просто бомба Эффекты, очень классно выглядит Очень круто, хочу пос поскорее бы уже Увидеть этих питомцев uh, Дальше, Титаник Астра, классный питомец Очень сильно хочу его получить, потому что он просто Офигительный, но получить будет очень сложно То, что он падает из яйца за донат Вот он, Эк Астра Новая иконка уже появилась uh, Также еще есть звуки, не знаю, стоит ли вам их включать можно, в принципе, включить, почему нет? Да, смотрите-ка. Ну-ка, э -э вот. Можно послушать, получать. У нас звук метеора. Не знаю, что это такое амбинс. Ну, в общем, какие-то звуки. Ой, да, звук падения сказать, метеорита, если у нас будет включено. Включены звуки. Это тоже связано со звуком падения. Это, это наверное, если метеор если мы его сломаем, где будет яйцо метеор брейк тоже, если мы, сломаем, мы не сломаем его, не знаю, что это. Еще один звук метеора краш. Метеор алерт, это, наверное, как раз таки... Знаете, вот как звук сирены, типа аля то, что вот сейчас небо упадет, метеор. Вот, это вот так вот будет выглядеть, смотрите, гифка. Прям прикольно выглядит. Новый а, новые питомцы. Дальше у нас еще появится топ по вот этим, получается, гемасам Не знаю, что это будет именно по... Сколько у вас всего гемасов в инвентаре Или сколько у вас было всего за все время Не знаю, что это значит Но вот так вот будет выглядеть, получается, будут три топа игрока Будут стоять у нас на пьедесталах. Прикольно выглядит. Дальше, Комет Яйцо. Вы увидели, в принципе, на превьюшке. Будет выглядеть именно вот так вот. Довольно прикольно выглядит. Интересненько, скажем так. А, вот они, новые питомцы. А, Получаются донатные поэты. Это у нас будет яйцо... ой, точнее, питомцы бесплатные. А, тут у нас все звуки, получается, в одном видосе. Дальше, Титаник Астра. Вот она. И новое яйцо за робоксы. 400 робоксов. Вот видите, 1200 3200. Вот такое вот яичко, в принципе, эксклюзив Доминус Эк, можно будет выбить три хьюдж пэта, три таких, а, не, а, смотрите, Доминус Империан из яйца задана, я только что заметил. Стоп, получается у нас что, так мало пэта выйдет, получается у нас из комет яйца может быть выбить только Агонию и Циклопа, и их хьюдж версии, да, получается, четыре пэта будут в комете. Два таких и два таких. Ага. А остальных питомцев будут у нас в донат яйце, вот как Империан, Доминус, вот этот Доминус, еще один, и вот эти два Хьюджпэта и Титаник. Понятненько. но, ну, в общем-то, на самом деле, этот ивентик опять целую неделю он будет, ну, тоже, мне кажется, знаете, как первый там пару дней будет интересненько, потом уже это немножко подзагнется и уже будет не так интересно. Ну, в общем, вот такие дела. Надеюсь, вам понравился этот видосик. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, пишите комментарии, ждете ли вы нового обновления. Я думаю, будет прикольненько, но целую неделю будет играть в него, э, мне кажется, скучно. Ой, почему-то у меня, короче, вылетело. В общем, участвуйте в розыгрыше, там лайкосик, подписывайтесь, комментарии с вашим ником Роблокс, ну, с вами был Кусай Цезарь. Всем желаю удачи и всем хорошего настроения До скорой встречи в новом видосике Все, ребята, всем пока-пока